В этом году конкурс компьютерного творчества «Мастер IT» отмечает 15-летие. В юбилейный год в соревнованиях приняло участие 627 юных айтишников Ульяновской области. До финала добралось 80 человек. Итоги регионального этапа подвели накануне в киноконцертном зале «Тарелка». В конкурсе участвуют ребята, которые используют компьютер не только для игр и соцсетей, но и создают сайты, графику, монтируют фильмы и даже пишут 3D-картины. Жюри покорила работу ученицы 10 класса 74-й школы Яны Крайновой. «Во сне все сбывается». Под таким названием школьница подготовила 3 картины в жанре фэнтези. За свою работу Яна заняла 1-е место. Вообще все идеи для рисунков я почерпнула из жизни, так как мы везде с этим сталкиваемся, с мечтами, страхами, со временем, и это все отражается на нас и в нашей жизни. Всего же школьники соревновались в 11 номинациях – видеомонтаж, компьютерные игры, сайтостроение, 2D и 3D-графика. По словам организаторов, состязания помогают школьникам не только окончательно определиться с будущей профессией, но и получить практический опыт. Все для того, чтобы подготовить профессионалов своего дела. Уже обученные специалисты, им гораздо легче поступить и в ВУЗ по профильному направлению, не только в Ульяновский государственный технический университет, но и в другие ВУЗы, где есть технические специальности. А они требуют знаний в математике, в физике, в информатике, в том числе. В любом случае специалистам это помогает поступать. Нехватку кадров особенно остро ощущают работодатели. Поэтому главными организаторами и спонсорами конкурса являются ведущие IT-компании региона. Вполне возможно, что победители совсем скоро смогут войти в число сотрудников компаний и трудиться на благо региона. Почему мы в этом участвуем? Еще раз повторюсь, потому что таким образом мы вовлекаем в IT-сферу талантливых и активных детей. Каждой из номинаций были определены победители, призеры и лауреаты. Также грамотами отметили учителей информатики, которые внесли вклад в подготовку учеников, участников конкурса. Виктория Черкова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.